Всем привет, ребят! Сегодня я буду играть в какую-то очень странную игру, но она прикольная. И тут надо становиться вот таким вот кубом. Не знаю, как это называется, но тут можно поедать. Так что я боюсь, что меня съедят, но эта игра очень легкая. Тут-то очень быстро становишься огромным. Кто-то бегал? Блин, даже не заметно. Или мне так... А, вот тут вот, где написано 14x, а, 0x. Это что, моя пробежка? Не поняла. Ну, окей. Смотрите. Я, получается, тут самая маленькая. А, нет, кто-то еще меньше есть. Ну, знаете, ребят, мне нравится такой размер. А, нет, я самая маленькая. Так. Теперь эти маленькие кнопочки по сравнению со мной очень-очень маленькие. Я маленькая, и это очень плохо. Получается, вот эта вот розовая пимпочка самая-самая большая. Окей, я хочу скин взять. Ева, извини, в смысле. Это мне Рома, короче, написывает. Не понимаю, чем он меня обидел. Мы с ним просто дружим, как бы. Все нормально. Так, давайте сейчас. Так, вот отодвинем камеру. Смотрите, там маленькая пимпочка бежит. Мне кажется, она на 9 месте. А, не, она на 8. Не представляю, кто даже может быть меньше. Давайте ее съедим. Если, конечно, сможем догнать. Так. Побежали за ней, короче. Ой-ой-ой-ой-ой. Погнали от него, а? Я боюсь, что меня съедят просто. Ой, я уже на 6 месте, кстати. Это классно. Он меня совсем чуть-чуть побольше. Погнали какой-то скин возьмем. Не знаю, кем бы мне стать, конечно. Но там есть вот такие вот милые хомячки. Я их возьму попозже, когда оторвусь. А то мало ли бог съедят, ведь убьют меня. О, кстати, ребят, вот эта вот планета Земля меня гораздо меньше. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, меня окружили, короче. Не-не-не-не-не-не-не-не-не! Не дождёшься. Ребят, короче, возрождение. Я вот такая, блин, мелкая. Ребят, представляете? Я даже меньше, чем пимпочка. Я гораздо меньше. То есть не гораздо, чуть-чуть поменьше. Смотрите, сейчас я буду становиться больше и больше. Кстати, я тоже такой мем хочу. Где его можно взять? Откуда у них этот мем? Я не поняла. Стойте, ну давайте возьмем котика. Ага, сколько у меня их? Я думаю, очень мало. У меня же одна смерть. Окей. Откуда у них этот купол? Ладно, ребят, я больше не хочу играть. Какая-то очень странная игра. Ставлю ей где-то... Знаете, ребят, я ей могу поставить только 6 из 10. Ну ладно, ребят, пока.